У края наконец-то появился министр строительства и ЖКХ. Губернатор Михаил Катюков назначил на эту должность Михаила Заскалько. Он руководил управлением капитального строительства. В 2000 году окончил Государственный университет по землеустройству по специальности юриспруденция. В 2016 прошел переподготовку в сфере закупок. Имеет опыт работы в общественных организациях и строительных компаниях Москвы. В крае сначала был замначальника отдела по правовым вопросам УКСа, а с 2021 года стал его руководителем. Теперь, подчеркнул глава региона, задача нового министра – держать в поле зрения весь строительный и ЖКХ комплекс края. Причем основная работа должна быть на земле, а не только в министерском кабинете, заявил Михаил Катюков. Учитывая, что 2024 год финальный в реализации программы расселения из ветхого жилья, все объекты должны быть выполнены качественно и в срок. Одна из главных целей на перспективу – первыми среди регионов претендовать на получение федеральных субсидий. Задача сложнейшая – подготовить программу модернизации, которая бы могла качественно изменить состояние дел в коммунальном хозяйстве. Очень важно довести в этом году до завершения ситуацию с урегулированием прав, восстановлением прав обманутых дольщиков. Это работа приоритетный характер должна для вас иметь. Желаю вам успехов, быть постоянно, самое главное, в контакте с жителями.